Итак, о чем будет это видео? Всем добрый день. В этом году что-то я профукал со сбором этой чабреца травки. Вот, уже мне как сообщили, он, оказывается, отцвел. Ну, поэтому сейчас мы будем заводить вот этот тарантас и пытаться, ну, точнее, попробую завести и поеду соберу хоть то, что осталось. Итак, начинаем. Что могу сказать? Этот тарантас простоял почти всю зиму. Был он накрыт в этом году. Первое, что меня хорошо обрадовало, это то, что аккумулятор не сел. Вот такой вот от бесперебойника. И он нормально пережил зиму, заморозки и не потерял свое напряжение. Так, бензин там есть, я уже проверил. Сейчас будем пробовать завести. Так, так. Он даже завелся с первого раза. Я просто открыл краник. Круто. Колесо только спущено. Спускать здесь ниппель. На прокатиться хватит, потом заменю. Колесо накачано. Того заводим, прогреваем и готовимся к поездке. Так, после зимы наша техника, а вы говорите ишь, ишь. Японцы так после зимы не заводятся, у них обычно свечи дохнут после зимы. Так, еще для сбора чабреца нужны ножнички. Вот, коробочка. Можно собирать на месте, снимая листики с цветками, а можно аккуратненько настричь, не выдирая корневую систему. И потом уже в домашних условиях после просушки веточек с них снять листики. Мне вот нравится второй вариант, когда просто ножничками срезаешь и уже дома сушишь на чердаке, а потом спокойно, по мере необходимости, очищаешь от палочек, от стеблей. Российский тюнинг. Это было вот так. Попробуем вернуть на место. Это все ессентуки. Хорошенький еще такой. В цвете как раз. Так что есть, не опоздал. Инструмент. Я ж не варвар. Вот некоторым здесь сборщикам чабреца, который вырывает его с корнем, надо руки укоротить. Поэтому его, кстати, с каждым годом становится все меньше. Мы будем ножничками аккуратно. Вот-вот. Красота. Как пахнет! О, на этой полянке я все собрал. О, точнее, не все собрал.
Ну, собрал достаточно для этой полянки. Сейчас хочу поехать вон туда наверх. В том году хорошие результаты там тоже показала полянка. Там прям и очень много было. Очень-очень много. Вот. Хочу попробовать сейчас туда съездить. Здесь вот, по-моему, уже охотники за чабрецом поохотились. Комбайном прошел по траве и собрал всех жучков, которых только можно было. Я на той полянке самой, где в том году было очень много чабреца. Ну, в общем, да. И в этом году его здесь тоже очень много. Вот он. Хотя тоже, как я мог профукать в этом году его? Ну, приступим. Свежего чабреца в чай, который напоминает лето и весну. Уважаемые сборщики, берегите природу, не выдирайте такие полезные растения с корнем, пожалуйста. Так, если кто-то такой же олух, как и я, пропукал цветение и увидел уже вот такие вот цветы чабреца, вот, то есть никаких цветов нету как таковых, все, то можно забуриться в травку поглубже и там найти кустики, на которых еще будет вот такого цветения, типа цветочки. Ай, хорошо пахнет, хотя я уже тут за этот пока стриг, пока собирал, так нанюхался. Ну, сейчас соберу букетик красивый. И все, и можно двигаться домой. На этом видео, я думаю, заканчивается. Хотя нет, еще букет цветов покажу, какой можно собрать на природе. Никакие розы не сравнятся. Немного ромашек. Немного разноцветов всяких. Такая красота. Вот на этом видео я свой заканчиваю, как говорится. Вот так провел время, бессмысленно, но прекрасно. И на мотоцикле покатался, и лекарственных трав собрал, и букет красивый. Все, всем пока.